Здравствуйте, товарищ. Рассуждение на тему «Как ты смог изменить свою жизнь?» По заданию секретной службы ТОП-блок. Как сказал американский статистик и консультант по менеджменту Уильям Эдвард Деминг, вы можете не изменяться, выживание не является обязанностью. Полная чушь, как и все американское. Вы можете предпринимать массу чудовищных усилий, чтобы как раз не меняться. Или изменяться хоть каждый божий день. Но это никак не повлияет на конечный результат. Вы изменитесь с течением времени. Хотите вы этого или нет. И выжить вам не удастся. Одному удалось. Но теперь он вынужден выслушивать миллиарды историй грех падения и просит о спасении. Другая американская чушь – устойчивое развитие. Этим термином американцы хотят прикрыть застой и неспособность выбраться из болота, в которое хотят затянуть весь мир. Надеяться на то, что компании не так грустно тонуть. Зря они суетятся. В болоте нет ничего плохого. Вот у нас был застой, ничего. При коммунизме фактически жили. Могучий Днепр, например, проистекает из маленького болотца на территории Российской Федерации, между прочим. И ничего,